для отдельных преданных нельзя всем распространять. Но только для фестиваля Бхактивиш можно найти. Вы просто создаете вибрацию трансцендентную и погружаете туда ум, и все. Это все. Больше ничего делать не нужно. Все остальное произойдет само по себе. То есть наша задача просто погрузить вибрацию ум. Не нужно отдельно гнаться за именем Кришна, Рама, Хари, успевать что-то еще придумывать, или выделить форму какую-то, или игры. Не перенапрягайтесь. Просто повторяйте Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рам, Харе, Рам, 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 и дальше, 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 и туда вы погружаете. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Хорошо, и все. Все хорошо же, правда. Вот так делайте. А все остальное произойдет само по себе. Игры Кришны могут всплыть внезапно. Не нужно ничего придумывать. Скорее всего, вы перенапрягаетесь во время джапы. Поэтому надо вкус уходит по этой причине. Ну как под душем, вы не должны же напрягаться. Вода, мыло, есть все. Зачем? Приятный процесс. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Кришна, 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 Хари-Хари. Это же приятно. И вы чувствуете, что это приятно? Если хотите расслабиться, повторите 64 гурга-мантры. Потому что 64 вы в напряжении не сможете повторить. Это невозможно будет. Нет, так много часов повторять. Вам придется расслабить ум, отпустить. И тогда, когда просто вибрацию, просто погрузитесь, просто без напряжения, вы сразу почувствуете трансцендентное состояние. После того, как Роман